И привет, с вами Инди, и сегодня поиграем в Тоха Вечная Ночь. Честно, я очень давно хотел поиграть в Тоху Project, но она слишком не знаю, не игрок ориентированная, она максимально не хочет, чтобы ты в нее играл. Но мне дико нравится лор Тохи и музыка в особенности. И поэтому я решил в нее поиграть и заодно показать ее вам. Решил вставить 8-ю версию, потому что мне говорили, что она самая лучшая для начала, вроде как. Давайте самую среднюю сложность. Я вроде не лох, но и не сильно боюсь. Довольно сильно боюсь вот этих сложностей. Все-таки Тоха это не для слабаков игра. Я смотрю, можно выбрать команду из Сакуя, Ремилия, Алиса, Мариса, Рейму и Юкари. Я не знаю, кто такая Юкари, я знаю Рейму, это человек, который, собственно, борется с Юкаями по сюжету. Хотя сюжет Тохи такой себе, его ни в играх особо не объясняют. Даже в аниме, блин, который я смотрел 12 серий, я ничего не понял. Да ладно. Йому и Юко. Вообще без понятия, кто на самом деле такие. Нигде их не видел. А вот Саку и Рамилю, кстати, аниме, по-моему, было как раз таки про них. Особняк Алой Ведьмы. Вот эти персонажи мне дико заходят. И у обоих... Ладно, не у обоих. Еще есть Фландер Скарлетт. Это сестра Рамили. У них охренительный саундтрек. Собственно, за это я и обожаю эту игру. А в плане лора не особо понимаю. И Саку это, собственно, служанка, у нее тоже офигенный саундтрек, но не знаю, как это будет в геймплее отражаться. И она любит ножи. И делать заварду. А именно остановить время. Не знаю. Вообще, это данко-шутер, как я правильно помню. Я так и называю скролл-шутер, по сути. Не знаю, почему их называют данко. В чем разница, хрен его знает. Технически просто летим вверх по экрану и стреляем по всем. Очень похоже на Beat the Beat. Ну, в принципе, это Beat the Beat, скажем так, не то чтобы сворован, но это тот же самый жанр, что и у Тохи. Только Тоха — это прародитель. Я не понимаю, почему у Тохи такой обширная комьюнити, но при этом абсолютно нулевое комьюнити в России. Это странно. Типа, Тоха за рубежом, это прям... Ну ладно, в Японии. За рубежом, не знаю. Это одна из самых популярных игр. С огромной фан-базой. А в России половина народа... Чуть не половина, я не знаю. Один из сотни геймеров, кто знает об этой игре. Не то чтобы мне эта игра дико нравилась, но музыка. Я музыку заслушиваюсь всегда. Я думаю, те, кто давно на канале, помнят, что я играл в Toho Luna Knight про Сакую, собственно, про особняк Алой Ведьмы и что-то там. Я уже не помню особо сюжет. Сакуя, я не просила следовать за мной? Как вы можете такое говорить? Я же волнуюсь. В конце концов, что если жук, которого мы видели ранее, покажется снова? Скажите, покажется снова, я сразу же покажусь. А вот и я. Как насчет того, чтобы передать мне эту барышню? Если появится снова, насекомые такие жалкие, не находишь. Как говорит пословица, и у маленького насекомого есть душа в 3,3 мм? На 80% меньше. Похоже, меня хотят напугать. Нет, тебя хотят убить. Пожалуй, да. За вычетом людей мне никто не интересен. Отсутствие с интересом меня не тревожит. Люди могут это делаться просто став обедом, но те, кто ниже... Ах, иногда может быть и слишком беспощадным. Что? Ты вообще кто такая? Что происходит? Кипосик. Мне кажется, разбираться в сюжете по играм это... Хотя, может, хорошая идея, но не по скролл-шутерам. Это надо читать... Хотя фанатский... Блин, сложно сказать, на самом деле, как у Тохи сюжет понимать. Это не та игра, в которой легко разобраться. О, погнали. Ну это, кстати, изи, по-моему. Мне нравится, еще мобильная версия есть. Она довольно неплоха, на самом-то деле. Но что-то прям как-то совсем неуважение ко мне. Видимо, 8-я версия слишком простая для меня. Хотя это первый босс. Какой-то жук. Кто это? Почему мы его пытаемся убить? Я на самом деле очень хочу поиграть против Сакуи. Тогда будет играть, собственно, ее ос и ее...
знаменитые атаки с остановкой времени и огромным количеством ножей. Я, правда, не помню, в какой из частей Тохи Сакуэ. Ну, именно как противник. Это, собственно, и должна часть называться «Особняк Алой Ведьмы», где мы вроде в роли Рейму должны будем отправиться убивать этих вампиров. Ну, не убивать, а я не знаю, что мы с ним делаем, кстати. Там какие-то инциденты. Наша цель — это, собственно, защищать людей. Как бы наша цель не убивать йокаев, но хотя бы их сдерживать, как я понимаю. Но в данном случае мы, в принципе, за йокаев играем, так что как бы пофиг. Хотя Сакуэ вроде человек. С недавних пор светлячков стало больше. Ах, как красиво. Сакуэ, этот восклицательный знак не соответствует содержанию. Из-за того, что на полпути сменила тему, госпожа. До меня дошла только вторая половина. Что же ты хотела сказать? Ок. Я так понимаю, тут у каждого набора персонажей свой сюжет. Дорога, на которой пропадают люди. Ух, как что так... Я ни черта не вижу, что там написано. Игра в слишком низком разрешении. 4-й год все-таки. О, я вспомнил. Я читал где-то, что если я подлечу вверх экрана, то я соберу все. Нет? Окей. В какой-то системе Птохи, по-моему, была такая механика, что если я ударяюсь в верхнюю стенку экрана, то мне дается все. Кто вообще такая? Это фея. Окей. Мне нравится управление, оно удобное. Типа в... Бит за бит, я не помню, что была кнопка концентрации, которая замедляла скорость передвижения персонажа, чтобы можно было уклоняться от более мелких пуль. Ну, как бы неудивительно, что игра, которая создала жанр... Ну, не создала, но одна из первых создателей жанра скролл-шутеров будет одной из лучших. Это очевидно. Если я правильно помню, Зун тоже... Ну, в смысле, тоже. Зун музыкант. Как и Тоби Фокс. И поэтому отчасти их игры похожи. Некоторые сравнивают. Потому что две игры, которые сделали музыканты. По сути, кстати, Undertale тоже в какой-то мере... Ну, Bullet Hell точно. В плане скролл-шутеров нет, но... Потому что там нет скролла технически. Так, у меня есть спел-карты. Как они работают, я без понятия. Но они есть. Я, кстати, ее почти убил. Что-то изи. Ты вообще кто такая? Кто вы? Зачем мы вас убиваем? Побеждаем, ладно. Тут никто никого не убивает, если я правильно помню. А, серьезно? Уф. О, я, кстати, потерял Рамилию, вампиршу. Но служанка Сакуэ у меня осталась. Окей. Или нет. Как-то работает. Возможно, пора использовать спел-карты. Но я жадный. Подождите. Мы торопимся, пойдешь с нами, выслушаем на ходу. Даже если попрошу, не остановитесь, однако. Человек и летучая мышь — удивительная комбинация. К человеку имею охоту, но мышь мне не нужна. Ночные развлечения сорванцов? Разумеется, ночные. День у хороших детей, время для сна. А ночь? Прекрасное время для охоты на людей. Очень жаль, но мы спешим. Не была бы ты по-быстренькому уничтожиться? Говорю же, подождите, госпожа. А понятно, такого уровня меры не знают. Так и есть. Ладно, все, хватит у шутки шутить. Разве вы не боитесь птиц, парящих во тьме? Что, жареных во тьме? Нет, я предпочитаю людей. Кого она предпочитает? Госпожа, она сказала парящих, а не жареных. Неважно, я представляю вам возможность познать ужас тьмы ночной. Ужас тьмы ночной? Кто вы такие? Чуть-чуть порис... О-ок. Когда я собирался поиграть в Тоху, чтобы понять сюжет, возможно, это была плохая идея. Оу. Возможно, перевод кривой, но мне кажется, проблема больше в том, что это 8-я часть. Но предыдущие части кривые, а половину вообще не выходили на ПК, так что как бы, тут есть маленькие проблемы. Мне кажется, у нее ХП кончились. Сейчас мне кажется, возможно, мне нужно было увеличить сложность. Что-то изи. Хочу завязать спел-карту. Будь что будет.
Я поймал единственную пулю, которая туда летела. О, стоп, у нее еще полоска хп. Уф. Сколько у меня хп, кстати? Две. И четыре спел карты. Как они юзаются, вообще без понятия. Че, я знаю, но... По какому принципу не работает, без понятия. Давайте заюзаем море ножей у Сакуи. Мне интересно, как это будет выглядеть. Окей. Жалко, я времени останавливаю этот момент. Было бы прикольнее. Я в концентрации случайно урона больше не ношу. Было бы логичнее. У меня более конкретный урон. У Сакуи более... Ой. Ой. Спелкарты... Не, они сбивают атаки врага, но... Окей, все равно получил урон. То что происходит? Я никогда не вижу. О, ок. А можно обзор? Где? Окей. По поводу сложности я что-то уже ничего не хочу говорить. И все же, Сакуя, пожарим ее или продолжим путь? Что предпримем? Жарить будем после. Пойдем вперед. Ночь коротка. Кстати, почему мы движемся в этом направлении? Да заправка? Ок. Музыка здесь игра и правда классная. Это не та музыка, которая мне нужна. Самая классная музыка у самых крутых персонажей. У боссов. Как раз таки у Сакуи. Ночь ножей, если я правильно помню. И у Фландер. Аванован Хьор. Мне не очень нравится. У Рамили плюс-минус. У неплохая Nuclear Vision. Но это вроде 11-я часть. И я не помню персонажа, который... Ой, это были пули. У меня одна жизнь осталась. Я думал, это бонус. И мне немного сложно понять, что здесь бонус, что здесь пуля. Nuclear Vision довольно неплохая, неплохой трек. Это пуля или нет? Это пуля. Всегда бонус выглядит как пуля. Или это не пуля? Самый сложный вопрос, который я задаю сегодня. Кто это такая? Меня больше удивляет, почему в мире Токоу нет ни одного мужика. Понял. Последняя жизнь. Вот и вы, те, кто пытается напасть на деревню посреди ночи. Госпожа, не будем задерживаться в этом месте. Пожалуй, я не особо голодна, но... Без сомнения, без людей в этой деревне остались только Юка и какие-то чудаки. Типа тебя. Кто? Что происходит? Окей, она вроде не сильная. По крайней мере, первая стадия. Как хорошо, что у меня механика и стрелочка очень комфортны для этой игры. Я думал, я умер. Ух, так кто вы такие? Теперь ты не остановишься, не так ли? Госпожа, не следует слишком долго с ней играться. О, нет. Окей. Дай ей добрую жизнь, пожалуйста. А мне, кстати, дадут добрую жизнь, если я соберу достаточно очков, надо собирать их. Это была пуля. Какого хрена? Я, кстати, если я продолжу, то будет плохая концовка, если правильно помню. А, пофиг. Честно говоря, я не рассчитываю на что хоть какую-то хорошую концовку в игре, в которой играю в первый раз. Попробуем хотя бы просто пройти. И отсюда видно, что вы дьяволы. Дьяволы, говоришь? Почти угадала. Здесь ничего не было. Думаю, это прекрасно видно. Но здесь же должна быть деревня людей, не так ли? Да, я здесь почти не бывала, но Сакуя, ты же часто сюда приходишь.
Именно, множество вещей, что мы использовали в особняке, были сделаны людьми. Посмотрите внимательно. Как вы можете увидеть, здесь ничего не было. В любом случае, быстрее проходите мимо. Как грубо. Куда ты спрятала деревню людей? Не понимаешь? Прежде всего, я сделала так, чтобы не было людей. Сейчас история местной деревни полностью под моей защитой. Сакуя. А она может быть неплохим репетитором для младшей? Преподавала бы историю родных мест? Не нужно нам дома больше книжек червей. Хорошо, скажу еще раз. Здесь издавна ничего не было, ни людей, ни их деревни. Благодарю, я уловила суть твоих слов. Госпожа, можете дать нам немного времени? Мы все же спешим, очень. А не забрать ли мне кусочек истории этого дьявола? Много ты себя мнишь. Как похоже на оборотня Хакутаку? Ты лишь можешь видеть историю, но изменить судьбу не способна. Госпожа, и все же, не дадите ли мне немного времени? Ничего не поделать, мое время тоже в твоем распоряжении, только не увлекайся. Кто вы? Чё? Я так понимаю, мы идем просто людей жрать, но нам немного мешают все подряд. О, помню, сильнее, кстати, стал. А, чё, я умер? Что меня убило? Я ничего не видел, что в меня летело. Окей, теперь я вижу, что у меня что-то летит. Блять, бы еще что урона больше наносит. А что так больно-то? Дайте пожить. Окей, 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 окей. 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 Надо было использовать. Я слишком редко пользуюсь бонусами. Серьезно. Я плох. Сука, у меня полоса КП, простите. Кошмар. Ну окей, музыка даже у второстепенных врагов очень неплохая. Я понимаю, почему эту игру любят именно за музыку. Почему я люблю ее именно за музыку. Окей. В этот раз я буду делать вот так. Как от этого уклоняться, мать вашу? Как? Окей. 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 Окей, как Bullet Hell, это, по-моему, лучшее, во что играл. Да нафиг, иди. Где она вообще? Время кончилось. А, это время ее атаки. Понял. А, по сути, мне просто выжить можно, я могу даже урон не наносить. Это что? Что это? Короче. Вот и освежились. Поспешим дальше. Деревня еще не вернулась обратно. А ты уже отдохнула? Никакой усталости. Совершенно. Что ж, ладно. Благодаря ей я полностью потеряла из виду направление, откуда так подозрительно веяло. Сакуя, ты знаешь, куда нам идти? Совершенно нет, но взгляните, для такого случая у нас есть полезный товарищ. Что, вы имеете в виду причину странного инцидента с полной луной? Несомненно, это их рук дело, есть лишь несколько людей, способных на такое. А книжный червь может быть полезен, хоть нам дома и не нужно их больше. Наш книжный червь только книги читает, боюсь, к службе она непригодна. Что ж, бесполезных знаний у нас достаточно, больше и не требуется. Фух. Чё-то как-то больно. Ну давайте еще один. У меня, правда, ноль жизни, я, скорее всего, умру, но пофиг. Легендарная страна грез. Бамбуковый лес. Что-то там, что-то там. Что-то, когда я говорил, что эта игра довольно простая, это касалось только первого уровня. Забудьте.
Забудьте мои слова. У меня сейчас, по-моему, стандартные мобы будет убивать. Это вообще не уровень бит-де-бит. Даже не уровень самой последней сложности бит-де-бит. Вообще не близко. У меня два бонуса есть. Шанс того, что я выживу, ноль. Ноль. Абсолютно ноль. Есть шанс только, если я выбью еще пару жизней, но это маловероятно. Найс. Чья вообще музыка сейчас играет? Просто дефолтная? Потому что я не помню вообще эту музыку. Придется тратить на бобов. Грустно. Это было близко. Не, серьезно, не собираю. А, окей. Значит, я не зря это узнал. О, мне жизнь дали. Слишком далеко зашли. Так и знала, что это вы. Недаром мне казалось, что время течет странно. Ты о чем? Вот кто делает странные вещи каждый день? Сакуя, это про тебя. Да уж, жестоко. Пусть она и творит странные вещи, но сегодня вы перегнули палку. Совсем как в тот раз с алым туманом. Странные вещи делал рук Сакуи, но палку перегнули не мы. Сейчас мы идем наказывать преступника этого инцидента. Всякую мелочь можете вводить в заблуждение, но не меня. Ваше перемещение останавливает время, оно чуть удлиняется. Преступники, останавливающие ночь, это вы. Да, это так. Что тебе не нравится? Госпожа, сейчас остановка ночи не есть наша цель. Посмотрите на луну за спиной Рейму. Она уже такая. Эта луна никак не связана с фактом нескончаемой ночи, не так ли? Остановив ночь, вампир получает власть. Настолько, что остальные ночные опасности перестают иметь значение. Я же королева ночи. Такая опасность мне простительна. Боюсь, она не поймет. Кто бы то ни было, я верну течение времени к нормальному состоянию. Усмирение Юкаев моя работа. Похоже, ты все еще не понимаешь, зачем мы останавливаем ночь. Сакуя, лучше не торопись. Я благодарен тебе за регулировку времени. Заблуждения других меня не волнуют. Это мой шанс вернуть давнейший долг. Если вы так говорите, госпожа. Ну что, ты готова вернуться в гроб? В гроб помещают покойников. Раньше я тебе говорил об этом. Алый темный гроб без окон. На прособняк? О, нет, только не Рейму. Если она будет в полную силу, то у меня нет ни шанса. А это тоже атака. 2:30. Каждый перезапуск тратит наше время, а нам надо успеть вовремя. Час тигра. Грустно, но придется, видимо, пожертвовать хорошей концовкой. В моем случае любая концовка хорошая. Если я хотя бы немного пройду эту игру. Что делать с этими шарами? Сколько у нее, блин, гребаных стадий? А, я вижу. Окей. 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 Пошли гребаные спол-карты. Понимаю. Окей, выглядит пока довольно легко. Уоу. Окей, забудь. В самом конце? Серьезно? Я хотел забрать все. Окей, к черту. Тут некоторые снаряды выглядят как бонусы. Хрен определишь. Еще перемещается довольно быстро. Чуть левее, правее, выше. Окей, лучше бонусы, чем хп. Так или иначе. Well. Окей. Окей, просто тратим бонусы. А? Убежала? Думаешь, ты сможешь убежать от моих ножей?
Серьезно? Если я правильно помню, то Рейму гораздо сильнее Сакуи 1 на 1. Ну, если, конечно, двое, хотя ночь, кстати, на дворе. Довольно весомый аргумент для вампира. Я хочу жить. Очень сильно хочу жить. У меня хп кончились. Окей, ну стандартные враги... О, нет, она вернулась. Это последний? Нет, это предпоследний бонус. Как же хороша эта игра в плане Bullet Hell'а. Окей, это так и послабее на самом деле. Как вы еще не заблудились в бамбуковой роще? Тебя преследовали, как видишь. Не упустили. До этого вашим внезапным появлением вы застали меня врасплох, но теперь я готова. Я отправлю вас сквозь разломы барьеров. А, в смысле? О, не... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что она делает? Что она делает? Что она делает? Что она делает? Чё... Какого? Какого? Где я? Так черту хорошая концовка. Что за... Окей. Так, я могу забрать все бонусы? Окей. Я не помню, по какому принципу это работает, но пофиг. О, опять эта атака. Она довольно простая, кстати. Ок. Так, лучше бонус, чем хпшка. Лучше бонус, чем хпшка. Придерживаемся этого плана. Ок. Мне точно хватит этого континью, чтобы ее добить? Я сомневаюсь. А, стоп, я потерял хп или нет? Я что-то не очень понял. Что это за атаки? Окей. Что это? Ок. 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 Я с ним вообще попадаю, кстати? Утренний час, уже утро, блин. А была полночь. Ок. Куда? Мне... Чё делать? Может, чем ближе, тем лучше? Нет. Вернула долг. Сделаю одолжение и не стану пить твою кровь, поэтому возвращайся обратно. В самом деле, какую цель вы преследуете, останавливая ночь? Этот вопрос надо было задавать до сражения. Теперь, когда мы победили, нет необходимости отвечать. Возвращение вечной полной луны. Безвечной. Неприятно, если в наступившем завтра все еще будет ночь. Сакуи, смотри. Тот особняк. Жесть. 4 уже 5. А, это даже время показывается, да, которое я потратил на этот уровень, правильно понимаю? Прикольно сделано, кстати, для 4-го года. Единственное, что неприкольно, это разрешение игры. Это, конечно, прям вообще очень плохо. Ну, мне прям очень понравилось. Я, наверное, хочу еще, но уже в следующей серии. Спасибо за просмотр и всем пока. Увидимся.